І героїна Тур знову з нами в цій студії на зв'язку. Доброго вам ранку. Здравствуйте. Переходимо сразу на Гамарчова. Давид, скажите, пожалуйста, где вы находитесь сейчас и что это за памятник, который находится сзади вас? Я нахожусь сейчас возле Павла Метек. И сзади меня памятник Барбару Горгостави, основателю. Скажите, я вижу на заднем фоне, там есть какой-то фуникулер, какие-то кабинки, какая-то канатная дорога. Что это, скажите нам? Дорога, которая направляется вот сзади, это Пасинарикала, что в переводе означает «малая крепость». Она основана в 4 веке. Угу. Скажите, как туда попасть, как туда добраться? Буквально отсюда, 100 метров, начинается эта канатка и погружается прямо. И можете вернуться по канатке обратно или вот. А что на той стороне, как если мы проедемся по этой канатной дороге, что мы там увидим? Ну там крепость Нарикала, старый Тбилиси. Угу. Храм Святого Николая 12 века с росписями 15-19 века. Скажите, какая погода сейчас? Там мы видим у вас солнышко. Сколько примерно на градуснике сейчас? Сейчас где-то будет 18 градусов, наверное, до 20. Днем, наверное, уже до 25. У нас очень тепло, недели 2 так будет сезон. То есть через 2 недели пойдет снег у вас уже? Нет, снег мы читаем на снегу, снег бывает. У нас вот сейчас гости. Здравствуйте. Как вас? Санкт-Петербург улетели от снега, и захотели посмотреть, погреться на солнышке, попить вино. И учитывая, что мы многие, которые были в Руси, в Тбилиси, очень болели. Еще больше гостеприимства стало, вино еще теплее стало, видео яркое. Мы решили проверить. Вчера прилетели, второй день наслаждались, нравится, и очень вкусно, самое главное, очень. А скажите, откуда вы прилетели, приехали? Которая именно кузина, которая действительно вот такие национальные. Очень прошла народ. Очень хорошо. Да, вот прям понимает место, которое действительно не интересное. Стоит посмотреть. Приезжайте к нам. Сейчас спросили. Вернемся в Санкт-Петербург, потом в Киев. На следующий год, наверное, опять прилетим. Не хватит 3 дня. Хорошо, спасибо вам огромное, что были с нами на связи и продолжаете нас приятно удивлять вот такими красивыми пейзажами, знакомить с новыми туристами, которые делятся своими впечатлениями и отзывами. Поэтому на сегодня мы с вами прощаемся и говорим до новых встреч, машем вам ручкой. Нагадаємо, що з нами на зв'язку був... Спасибо. Дякуємо. Був Давид Габарашвілі, це був романтичний і всім відомий на не тільки весь Радянський Союз, але й також вже на всю Європу місто Тбілісі, Грузія. Тож ось таке тепле було привітання. Дякуємо, що були з нами. Робимо невеличку паузу і будемо рухатися далі. Бомбардія, бам-бам, 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 бам-бам